Исполнение «Кыя Секрет Пе» покорило зрителей Объединенных Арабских Эмиратов. Гран-при завоевал казахстанский ансамбль «Калкыма» на международном конкурсе в Дубай Music Festival, на котором участвовали юные артисты из Индии, Пакистана, России, Кыргызстана и Саудовской Аравии. Солисты творческого коллектива также заняли призовые места в направлении сольных номеров. Конкурс продлился среди детей 8-14 лет.